Всем приветики. Я вышла сегодня пораньше. Думаю, пройдусь в этом райском саду. Нагуляюсь. В общем, села на эту лавку. Помните, там, где была черная кошка, меня грызанула. Ну, как грызанула, пыталась что-то там, агрессировала на меня. Сидела на этой лавке. Так хорошо, птички поют. Здесь тень от деревьев, тенек такой хороший. Медитировала, сидела, наслаждалась. Погодка отличная. Есть немножко влажности. А так все прекрасно. Сидела здесь, любовалась этим прекрасным деревом. Не знаю, что это. Райские яблочки. Но заметила, очень это дерево очень популярное среди птиц. Разные птички прилетают сюда, клюют их, едят. Так что оно не ядовитое. Можно его брать в руки, по крайней мере. Запаха никакого. Ну, такое. Что-то интересное. Так и не разобралась, что это за дерево. Немного посижу здесь, поброжу, а потом двину в магазин. Не знаю, не придумала еще, что купить. Посмотрим, похожу, поглазею, посмотрю, может, чего-то и придумаю заодно. Рыбка сушеная, сама что ли выпрыгнула, или кто-то помог ей. Какая огромная, ну как огромная, как наши карасики. Красиво поет, не могу прям. Ну вот, сглазила. А так красиво пел мне. Молодец какой. Так, а мы дальше идем. Это библиотеку мы здесь как-то гуляли, смотрели уже. А я хочу перейти на ту сторону в этот раз. По этой стороне мы тоже гуляли. Здесь, помните, огород? Огород по правую сторону. Общий для этого района. В этой стороне мы гуляли, так что пойдем туда, по ту сторону. 4 часа только, всего лишь. Поэтому ни людей, ни котов, ни собак пока еще не вижу. Еще все на работе, по-моему. Еще домой не приехали с работы. Ну, так видела там пару нянечек, гуляли с колясками. Жарко, наверное, даже для котиков. Хочу, чтобы вы тоже прочувствовали запах этих удивительных цветов. Как пальмочка-то наклонила. Удачно. Я выбрала эту сторону, потому что здесь эта сторона сейчас в тени. А по той стороне прям очень много солнышка. Солнечная сторона. Пока что. Здесь у меня тень. Больше тени. Хороший микрорайончик. Много-много зелени. Очень зеленый жилмассив. Камеры везде. Здесь безопасно. Здесь еще есть теннисный кортик в этом районе. Так что, кто живет здесь, им очень крупно повезло. Женечка иногда здесь играет в теннис с Кевином. И со мной пару раз.
рыбаки. Здрасте. Уже только подходишь, рыбы уже почти ручные. Они знают, что их кормят здесь нянечки с детьми. Поэтому здесь, смотрите, какой ажиотаж. Едят они все, я пробовала. Вы же рыбу не едите. Скворцы. Что с вами случилось? Имитацию сделаем. Якобы мы их кормим. Ой, боже мой, что вы? Что вы делаете? Голодай. Ах, много их здесь. Даже не знаю, что это за рыбки такие интересные. Но не бычки. Бычков здесь нет. А здесь какая красота творится. Смотрите, как в голливудских, вернее, болливудских фильмах. Все такое красненькое, оранжевое. Это от цветопада. Какая красота. Все усеяно. Доставщики еды сами кормятся и ворон подкармливают. Делятся. Вишенки. А вот мы и пришли. Ой, людей сегодня чего-то много. Я не знаю, почему, что в этом районе странного, но здесь везде запах плесени присутствует. Как у Женечки в доме и в квартире, как и здесь. Комплекс из ресторанов и супермаркета. И сегодня розочки с бархатцами продаются за $1.50. Виноград, черешня, арбуз. Я бы арбузика съела, но он какой-то не свежий, переспевший уже. Может, винограда? Виноград, груши, яблоки у меня есть дома. Не хочу зелень. Салаты не делаю. А, наверное, надо было, да? Зелени, потому что здесь огромное количество, большой выбор. Смотрите, какой. И капуста, и салат. И бурячок есть. И ватеркрест. Кстати, очень вкусный супчик с него получается. И шпинат свежий. И руккола. Но не хочется. Здесь еще петрушка. Что здесь есть? Пожитки, по-моему. Мята. Но это у меня есть дома. Бананы. Ну, такая мини-связочка. Бэби-бананы. Милота какая. Красные бананы есть. Это уже совсем другой сорт банан. Они чуть побольше идут. И форма у них совсем другая. Ну, эти всем известные бананы. Чикита. Это тоже такие пищевые. Это тоже бананчики. Сколько разных сортов. Это искусственно выветренные. А это натуральные, настоящие бананы. Но у них и вкус отличается от этих. Не понравился мне. Может быть, если бы он свежий тогда был, может быть, он мне и понравился. Так как я его пробовала на следующий день. Нет, мне это тесто... Тестофила, по-моему. Нет, мне не нравится. Не зашло мне это все дело. А это мы любим. Со скидочками. Что здесь интересного есть на скидках? Такая же история с сахаром, как и с бананами. Вот он, настоящий натуральный сахар. Джаггери. Джаггери. Настоящий тростниковый сахар. Хотите, вот, сами
дробите, колите его, либо он уже вот уже вам в пудру перетертый. Такими кусочками. Ух, какой темненький. Хорошо подойдет любителям кофе, кто пьет этот к чаю хорошо. Похожу, поброжу, посмотрю. Может, чего-то надумаю в конце взять, купить. Хотя уже взяла. Так, здесь у нас рис, а здесь у нас что, консервы. Так, из этого отдела. Ой, не помню, говорила или не говорила, когда я заказывала онлайн из русского магазина, вот дядя Ваня, икру кабачковую. Да, она дешевая, здесь чуть подороже. За десятку я ее брала, здесь за 12 в супермаркете. Ой, ребята, открыла же я ее. С одной ложки поняла, что это не мое. Очень невкусная, вообще невкусная. Так что не советую. Она получается, эта компания бюджетная, но невкусная. Я хрен брала, дядя Ваня. Как сахар, как варенье просто, а не хрен получился. И вот икру. Отвратительно. Нехорошая компания. А я хожу, брожу. Пошли с свиной. Кальмары, гребешочки. Ой, какие дешевые. Маленькие бэбики. Прям очень-очень маленькие. На салат классно, конечно. Ой, да и креветочки у них тоже очень маленькие. Смотрите, какие прям с ноготок. Рыба. Ух, это прям с икрой. Спрашивала я в отделе здесь, продают ли они отдельно икру рыбью. Говорит, нет. А на базаре продают. Я, по-моему, определилась, что я буду сегодня кушать на ужин. Нет, не пельмени, не вареники от печки. Не знаю, отколь ты. Русская, Россия. По-моему, да. Я буду корейские дамплинги. Только не эту пачечку, что-то с этой пачечкой не то. Вот эти. Не эти, ошиблась. Вот эти, с луком. Корейские варенички.